За предстоящими выборами теперь может наблюдать любой желающий. В Ростове начался прием заявок на участие в голосовании в качестве общественного наблюдателя. Им можно стать, если ты гражданин России с активным избирательным правом и достиг ко дню выборов 18-летнего возраста. Напомню, что согласно этическому кодексу, общественное наблюдение за выборами носит политически нейтральный, беспристрастный и непартийный характер. Немаловажную роль играет и процесс не только подбора, набора наблюдателей, но и обучения. Обучение начато в апреле месяце. За 3 месяца подготовлено и обучено более 4000 наблюдателей. Некоторые из тех, кто уже подал документы, проявляют свою гражданскую позицию таким образом не в первый раз. В прошлом году я на выборах точно так же была общественным наблюдателем. Мне кажется, ей нужна роль наблюдателя, чтобы все урегулировать. Не только какие-то конфликтные ситуации со стороны членов комиссии, но и точно так же избирающихся граждан. Заявления принимаются до 16 сентября. Подача документов происходит в Общественной палате области по адресу Ростов-на-Дону, улица Московская, 51/15.